Сегодня 24 декабря, и мы начинаем рубрику «Ретро-календарь». 24 декабря отмечается День воинской славы России, день взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил, 1790 год. Установлен федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России от 13 марта 1995 года. Это была важнейшая для России победа, ярко проявившая как военный гений Александра Васильевича Суворова, так и доблесть русских солдат. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взятия крепости окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Потемкин поручил взятие неприступной крепости Александру Васильевичу Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму. Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательной скрытностью подготовки и внезапностью действий и одновременностью удара со всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясминским миром, закрепившим за Россией Крым и Северное Причерноморье от Кубани до Днестра. Екатерина II повелела выбить медаль в честь Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила.